Я очень рад присутствовать на 4-м семинаре, партнерском семинаре в городе Москва. Я считаю, что задача данного семинара – это популяризация, в принципе, автомоечного бизнеса, так как этот бизнес очень активно развивается, появляется очень много новых продуктов, появляются новые технологии по мойке автомобиля. Поэтому на данном мероприятии наша цель – это показать свои новинки, показать свои преимущества перед конкурентами, также поделиться опытом, так как это в первую очередь площадка, форум, где можно обсудить какие-то вопросы накопившиеся. Кто-то может поделиться опытом и, скажем так, привести свое видение продаж в данном бизнесе. Сегодня на семинаре будут присутствовать владельцы автомоек, администраторы, люди, связанные с автомоечным бизнесом, которым интересна эта тема, которые уже с нами работают или собираются работать с нами. Спасибо, что пришли сегодня и составили нам компанию в этом прекрасном празднике ГРАС. Хочется выразить благодарность автомойке «Автобыстро» за предоставленную возможность провести семинар. Компания «Автобыстро» – это качество, внимание и скорость. С компанией «ГРАС» мы постоянно сотрудничаем, постоянно предоставляем свои платформы и считаем, что самая лучшая химия на сегодняшний день. То есть компания «ГРАС» как бы относится именно положительно, с вниманием пытается подстроиться под каждого клиента, поэтому советую работать с компанией «ГРАС». Компания «Автобыстро» находится на 3-м транспортном кольце. Это шоссе энтузиастов, дом 12, корпус 2. Мы находимся в самом торговом центре на парковке минус первый уровень. Все это мы проводим, конечно же, для того, чтобы нас больше знали, чтобы нам больше доверяли и чтобы мы становились друзьями для все более новых и новых партнеров. Компания «ГРАС» не стоит на месте, всегда развивается. Каждый год у нас появляется огромное количество новинок. Мы считаем то, что, в принципе, эти новинки помогают развивать сервис, автомоечный сервис. То есть любой автолюбитель, пришедший на автомойку, может заказать себе не только помыть кузов и салон, а также обратить внимание на дополнительные услуги, такие как нанотехнологии, совершенно новые виды услуг, которые помогают автолюбителю чувствовать себя великолепно в своем автомобиле. В чистом виде.